Всем привет, ребят, с вами я, Руслан, и сегодня я буду играть на такой карте в Роблоксе, где можно рисовать баллончиком. Будем рисовать граффити, возможно, даже нарисуем кого-нибудь из игроков. Ну, и, короче, сегодня будет веселый ролик, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите печеньку и сок. Ну, или что-нибудь там у вас вкусненького есть, чем-нибудь попить. Ну, а мы начинаем. Что ж, для начала нам найти место, где у нас очень чисто. А чисто у нас вот тут. Чё какой-то рисует кто? Да, кого ты рисуешь? Так, ну что ж, ребят, для начала нарисуем, так сказать, мое имя. Так, с какой цвет выберем? Ну, давайте синий. Мой самый любимый цвет синий. Вот так. Будет, ребят, сокращенно. Фух, а то я думала, она... Да. Она хочет свое имя написать, да? Или что, ребят, давай посмотрим, что она будет писать. Интересно, что это за имя такое? Так, ну, можно тут еще не, можно еще немножко. Вот. Все. Тут еще можно немножко дорисовать, все. Мое имя написано. Теперь, ребят, давайте нарисуем. Куда они тут пишут? Шут. Нарисуем, пожалуй, вот этого игрока. Так. Не, мне кажется, у него все-таки побольше тела. Вот так. Руки у него вот такие. Надо еще одну руку нарисовать. Во. Пока что тело нормально. А головка у него вот это. Короче, у него вот такая голова. Все, нарисовали. Так, ну а сейчас можем нарисовать флаг моей страны. Например, его можно, наверное, нарисовать вот тут. Довольно большой флаг. Так, где у нас белый цвет? Вот он, белый. Так. Вот. И только попробуйте кто-то зарисовать. Синий. Это флаг моей страны. И вот тут внизу тоже. Вот, вот. Ну что, похоже, оценяйте. Это от нуля до миллиона. Так, с... Сейчас кое-что нарисую. Но я не буду вам, ребят, говорить, что это. Попробуйте сами угадать. Так. Нарисую это я своего любимого цвета. Ну, или можно нарисовать это черным. Надеюсь, ребят, вы угадаете, что это.
Ну как, ребят, приходит что-нибудь в голову, что это? Надеюсь, ребят, вы угадаете. Ну, а я... Пожалуй. Что это? Это что? Ребята, мне надо глаза потереть или что это такое? Как это? Сколько у кого схватилось сил столько обрисовать? Переход. Ничего. Сейчас нарисуем. Пестик. Художник из меня такой себе, только я плохо рисование. Все, ребят, будет с пестика. Такс. Да, реально, кому хватилось сил столько обрисовать? Офигеть. Да уж. Сколько, как в баллончике может быть столько краски? Ну, ладно. Ладно. Окей. Нарисуем. Украину и что-нибудь с ней сделаем. Синий. Если сейчас меня смотрят украинцы и обидятся, говорю вам, не обижайтесь. Пожем. Так, возьмем этой краски. Или все-таки вот это лучше. И. Ну, все. О. Ну. О, ну все. Украина. Украина такая. Так. Что бы мне еще нарисовать? О, знаю я одну табличку, которая популярная. Или не популярная. Так, нарисую я его, пожалуй, черненьким. Все же. Да, ребят, запомните, новый черный. Ну или смотрите. Немножко черного все-таки. Вот, все. Бум! Бум, ребят! Бум! Бум! Ну а сейчас, ребят, я нарисую что-нибудь вот тут. Или лучше не тут, чтобы хватило места. Вот, хватит. Или лучше все-таки это нарисовать другим цветом. Это стираем. Под. Нарисую уже, тут не хватает места. Смотрите, ребят, подпишись. Ребят, вы подпишитесь. Я же для вас стараюсь. Контент делаю. А для кого еще? Ну, ребят, вам надо, знаете, что сделать? Чтобы кнопочка подпишись была не... красненькой, а серенькой. Потому что красное это зло. А серое нормально, доброе. Поэтому подпишитесь на канал. Ну, я продолжаю рисовать. Пока что никто не приукрасил. Ну, не буду говорить, что. Но я нарисую, пожалуй, Амокса. Так. Амокс. Конечно, не... Вы не будете знать, это член экипажа или не член экипажа. Так, нарисуем ему еще цилиндр. Ну,
Пусть у него будут такие рога. Дьявол такой будет. Так, стихон рисуем ему. Таким цветом. И красненьким закрасим амунгуса. Сейчас нарисуем ему еще я. Такой он все-таки убийца. Языком своим. Ой, что-то есть контейнеры. Сейчас у них тоже что-нибудь нарисуем. И я, ребята, такой. Так, нужно ему что-то подставить. Ну, типа... Типа восклицательный знак. Нет. Да, хватит. Ну что, нарисую, пожалуй, что-нибудь еще, и на этом я уже буду прощаться. Например... Такс. Я уже придумала. Это стежи. Так, с чем это нарисовать? Ну, нарисуем так. Ти. Ли. Ма. Ма. Килиман. Нет. Килиман. Да. Килиман. Килиман. Джа. Ро. Килиман. Джа. Ро. Кто же знает, ребят, эту песенку, лайк. Ну, на этом, ребят, я буду заканчивать. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте ставить лайк, подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, с вами был я, Руслан, всем... Сейчас вот так будет крутой конец. Всем пока!